Держи камеру. На камеру держи. А кампинг? Но. Атого. Атого кампинг. Кампинг. Но кампинг. Атого сити. Атого сити. Интернационал, но. Интернационал. Sí. Paseo por Atogo, Atogo. Exquisito Atogo. It's true. From here? From Atogo or Eliot? Nosotros sí. Somos Atogo, sí. Atogo. Atogo for life. What is your name? Paseo. Paseo, paseo. No, no understand. No entiendo, ¿no? Ah, comprendo poco. Ah, okay. Español. ¿De dónde son? English, English. English. Nosotros poco español, poco. Ah, inglés menos. А English тут еще меньше. Еще меньше. Прикалывается. А what is your name? Nombre? Yo, Maxi, Tito. Tito. Maxi, Tito. Nosotros pareja. Типа пара, говорит. He's guy. Говорит, это только он. Говорит, я не такой. Ты не так, ты не так, ты не Ay. ¿Y a todo dónde? ¿Apartamento? Sí, casa. Ah, ¿tienen casa a todo? No, no. Amigo, friend? Yes, yes, amigo. What, friends? Álvaro. Álvaro. Álvaro, sí. Álvaro. Álvaro. ¿Как улица там это называется? Detrás de Malva. Detrás del taller, ¿no? Malva. Calle Malva. Calle Malva. Small, piccolo. De Pedro, ¿no? Eso es lo que llamamos, ¿no? Atogo normal. Malva. Хорошо, что, главное, что за Atogo и так приятно. Tamadú, usted lo que va para allá, la calle. Calle no importante. Calle no importante? No. Atogo. Malva. Atogo chiquitito. Small, yes. No sabemos ni la calle, imagínate. Una calle, normal. Malva. No sé dónde será eso. Ya, yo tenemos cuatro calles, no sé. Yo conozco la mía y la tuya es un lugar, ¿no? ¿Atogo trabajo? No, San Isidro trabajo. ¿Vosotros? Aquí trabajo cero. ¿No? Aquí crisis, crisis. Crisis, complicado trabajo. ¿Yo trabajo, no? No. ¿Estudiar? Nadie. ¿No? Aquí nadie trabaja. ¿En paro? ¿Rest? ¿O siesta? Siesta. ¿Dormir todo el día? Sí, sí. ¿Playa? Вот эти нормальные чуваки. И con mi amigo todo el día. ¿Tú me entiendes? Нормально. Если вам надо грабать, если вам надо писать cosas raras, ¿eh? Прекрасно. Хорошо. Las malvas, me quedé trincado. Drink a beer in the bar? Yo? Juice? We go. Ah, ok. ¿Qué? No, le dije que tenía una carisma ahí abajo, pero como que no. А, вот здесь же, да, это? Ну да. А, Бене. А, и налево заворачивает, ага. Аги? Сяо, браги? Я, грация. Здесь. Окей, грация. Мучос, мучос, грация. Мучос, си. Супер. Суэрте, вале. Муча суэрте. Порке квесту, порке... Good luck. Watch Anzor TV. В интернет. Окей. Окей. Да, добрались. Постоянно будет. Сейчас супер нам. Так, чуть-чуть. Ага, вот так вот. Все. Видишь, он говорит, тут нет работы. А ну-ка, держи-ка. Ну да, работы нет. Камера, держи-ка. Работы точно нет. Держи. Я думал, они нас в кузов хотят посадить, я не заметил, что там еще сиденье сзади. Не, если мы в этом кузове поехали. Ну да, было бы весело. Так, друзья, вот такие вот здесь у нас деревенская жизнь протекает. Местные деревенские ребята. И в бар приехали. Да, привезли нас. Не работают, не учатся, отдыхают, в бар поехали. Да, правильно. Живут, в общем, живут. Да, привезли нас до нашей улицы. Наша улица находится, точнее, это вот эта наша улица, как бы. Опять эти собаки, они меня достали уже. Этот
пес постоянно вот здесь вот недоволен. Вот, сейчас наша задача пройти 5 минут и дойти до дома. Вообще мы сейчас шли с города, ездили за продуктами. Там кроме псов ничего, никого нету все эти дни. Это даже ясно. Молчать, Кузик. Вот, друзья, сейчас хочу вам показать одну вещь насчет, посмотрите, здесь сейчас какой-нибудь дом. По идее, вот здесь вот должен быть 6-й дом. Вот здесь, потому что вот здесь написано. Там 8-й, а там 4-й. Да, вот здесь, на той стороне 4-й, 1-й, там улица начинается. 4-й, 1-й, у меня уже зарядка, кажется, заканчивается. Вот здесь 9-й, вот, здесь 9-й. То есть вот здесь должен быть 6-й, вот здесь 8-й. Это 10-й уже, да, вот здесь, вот в этом месте. Но его здесь нету, 6-го, он есть только вон там, куда мы сейчас идем. Поэтому здесь очень сложно было. Как интересно, тут 10-й, а здесь 16-й. Потому что, может, там внутри дома вообще 16-й. Да, здесь 15-й, 16-й идет. Слушай, а где тогда? Ну, 16-й, а где 14-й? Вот, 17-й, да, точно так же. Тут не четко, но некоторые четко отсутствуют. Так, друзья, в общем, буду я выключаться, потому что мне кажется, что у меня уже батарейка закончилась. По крайней мере, он показывает, что капут. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в деревне Атаго, на Канарских островах.